Цветы будут жить. В Химках-коммунальщики завершают консервацию клумб в центре города. Цветоводы обрезают многолетние и выкапывают однолетние растения, чтобы они смогли продолжить цветение. Но уже в теплых условиях. Ранее данные цветы утилизировались, но в этом году было принято решение дать им вторую жизнь. И сегодня цветы, которые у нас высажены около администрации, поедут в 31-ю школу. Там их приютят и будут заботиться, они еще будут радовать своим цветением. Взамен выкопанных цветов этой осенью в клумбы высадят около 200 тысяч луковиц-тюльпанов, чтобы уже весной они радовали жителей и гостей города своим цветением. Также до 15 октября комбинат завершит оформление около 30 городских цветников общей площадью 2500 квадратных метров.